ЖК Бельведер, домики в рядок. И появилась такая временная дорога техническая. Наверное, тут скоро все перегородят, чтобы больше никто сюда не ездил, не сыпал мусор. Тут все разгружают хлам, кому не лень. Это ЖК Магнолия. То есть вот это скоро все перегородят. Мусора тут больше не будет. Сейчас, наверное, пойдем на дорогу на эту сходим. То есть с окна все наблюдаю, как ее строят. Не могу все дойти туда. Сейчас пойдем. Тут я смотрел, долго катался. Трактор разгребал все вот это вот дело. И сейчас начали укладывать плиты. Такие прям мощные, чтобы можно было, наверное, ездить не по грязи, а хотя бы вот по такой дороге, по временной. То есть нехило тут вкладывается застройщик этот новый. Все разгребли, вот такие кучи. Сейчас посмотрим, что там дальше. Ну вот дорога идет с улицы Таманской и плавненько переходит в это ЖК, которое достраивают. Оцените уровень мусора. То есть вот это поле, несколько квадратных километров, просто завалено хламом. Посмотрел за этим забором. Поставили вагончики жилые. Ну и как всегда работает тут вот такой узбекстрой, так называемый. Выходные, мороз, народ работает. Это вот старые корпуса, которые тут уже лет 8, наверное, простояли. А вот это единственный новый. Там был только фундамент, вот его начали достраивать. Если уж решили что-то тут купить, берите вот в этом новом корпусе. Цены какие, услышал. Однокомнатная 43, квадрата 7 миллионов примерно на сегодняшний день. Ну, цена еще будет подниматься.